фестивальном Витебске второй день 17-го международного детского конкурса. Накануне участники спели песни на родном языке. Сегодня по правилам состязания юные вокалисты исполнят перед жюри композиции по собственному выбору. Белорусская конкурсантка Ксения Галецкая выйдет на сцену ближе к финалу, у нее 19-й номер. Оценки жюри не объявляет, интрига разрешится лишь в день официального открытия Славянского базара. Сегодня же в программе открытия сразу 4 выставок начнутся и театральные встречи. Актеры Московского театра «Эрмитаж» покажут комедию «Маленькое воскресное приключение». В 20 часов в летнем амфитеатре торжественно поднимут флаг Славянского базара, а затем на главной площадке начнется первый концерт увертюра к фестивалю «От классики до рока». Еще один славянский форум принимает Сербия. Молодые белорусские музыканты отправились покорять международный фестиваль «Эмира Кустурицы». В программе концерты, мастер-классы и конкурс молодых исполнителей. Председателем жюри приглашена глава Белорусской академии музыки Екатерина Дулова. Наша страна участвует в знаменитом форуме «Кустурицы» впервые. Фестиваль соберет как известных, так и начинающих музыкантов. Местом проведения форума станет малая родина Кустурицы – Дервенград. А захватывающие квесты, мастер-классы и основы самообороны ждут юных воспитанников военно-патриотического лагеря «Доблесть». Он открылся на базе войсковой части 3214. Подростки уже смогли увидеть показательные выступления роты спецназа, военную технику, задержание условных преступников. На базе части собрались 25 школьников. Больше недели они будут жить бок о бок с солдатами.